Всем привет из Алании. Сейчас я вам расскажу, какая погода в Алании сегодня, 17 июля, и завтра, 18 июля, и какая температура воды в море. Давайте начнем с моря. Море от 29,5 до 30 и сегодня, и завтра. И температура воздуха по Алании средняя тоже сегодня и завтра 32-35. На солнце, по ощущениям, эти 35 могут казаться побольше даже. Довольно-таки жарко, но вот сегодня весь день есть такой вот, ну, такой классный ветерочек, который слегка освежает и немножко смягчает эту жару. Будет ли он завтра, я не знаю. Всем хорошего отдыха, кто сейчас здесь находится, кто приезжает в ближайшее время. Привет из Алании!